Битва1.ру собирал фоторецепты блинов, которые присылали участники конкурса «Живи вкусно, готовимся к масленице». Одного победителя выбрали организаторы в лице торговой марки «Батюшка», второй определился путем онлайн-голосования. Подарок от «Батюшки» мы выбрали не случайно, потому что нас... Выбор «Батюшки» остановился на рецепте Марины Коваленко, которая поделилась с читателями секретом блинчиков хрустящих, радость дарящих. Готовит и поет. Все помогают. И вот у Саши даже одно образование кулинарное, так что он тоже умеет готовить. Специально к награждению творческая семья сочинила и исполнила блинное стихотворение. Прошла масляная неделя, пора радости и веселья. Конкурс знатный, живи вкусно. Сайт В1 устроил, батюшка призы нам приготовил. Мама наша красная девица, печь блины-то мастерица. Испекли мы горы блинов, съели все их, будь здоров. Я и брат мой постарались и довольными остались. Как румяные и вкусные наши чудные блины. Со сгущенкой и вареньем слопать просто объеденье. Победительница зрительского голосования Виктория Калашникова тоже пришла на награждение с маленьким помощником. По словам Виктории, маленький Славик с самого рождения неравнодушен к кулинарии. Даже когда он был маленький, еще грудничок, мы сидели в кресле в детском, пока мама готовила, потому что нас этот процесс очень завораживал. А самые любимые игрушки – это кружки, тарелки, крышки. Это прям с самого детства. И поэтому и в этот раз он не остался в стороне и помог маме. Победить в конкурсе Виктории Калашниковой помогла поддержка близких, которые активно голосовали за ее рецепт. Друзья, родственники, знакомые, да и просто даже незнакомые люди. Честно, очень много добрых слов написали нам. Было очень приятно, что нас заметили, что наш рецепт пришелся по вкусу тоже и понравился. По еще одной доброй традиции конкурса от торговой марки «Батюшка» победители получили в подарок не только обещанные призы, но и вкусные новинки от «Батюшки» и памятные сувениры. В первую очередь хотим поблагодарить всех посетителей сайта В1, кто принял участие в конкурсе от «Батюшки», уже традиционно посвященном масленице. В этом году было очень много интересных, ярких работ. Это и традиционные блины с сметаной, с вареньем, необычные блины с мандарином, блинная баба, блинный торт, канапе, блины на 8 марта, любимые на завтрак. Также необычный рецепт блинов из льняной муки с бананами. К сожалению, мы не можем по условиям конкурса поздравить всех участников. Хотим выразить благодарность за участие и поздравить победителя онлайн-голосования за поддержку семейных традиций, победителя от «Батюшки» за необычный рецепт блинов в стихах. Покупайте нашу продукцию во всех магазинах города и участвуйте в конкурсе. Будем обязательно участвовать снова. До нового конкурса на В1!